За несколько минут до церемонии открытия первого спектакля фестиваля «Будущее театральной России» в фойе Волковского волнуются не только участники, но и хозяева сцены первого русского. После третьего звонка волковцы приветствуют своих младших коллег по цеху гимном всех студентов. Погода внесла свои коррективы в первый фестивальный день. Традиционный перформанс на площади Волкова перенесли под крышу. Впрочем, этот нюанс не помешал БТРовцам сохранить творческий запал. За несколько недель до этого дня будущие артисты и их педагоги устроили в интернет-пространстве настоящий апельсиновый флешмоб. Апельсин – бессменный символ фестиваля именно потому, что олицетворяет молодость, задор и искренность. Но БТР не стоит на месте. У будущего театральной России 2015 есть сюрпризы. Мы дарим каждому участнику книгу из уникальной библиотеки ушедшего уже актера, который собирал ее всю жизнь, Леонид Михайлович Владимиров. Каждая книга, там есть старая, есть новая, она прочитана. Я очень хочу, чтобы вот эти книги как бы начали движение по рукам. У нас традиционно на фестивале выходит газета. Ее делают молодые будущие театроведы из московских, питерских вузов, из Ярославля тоже. Но в этом году эта газета, она весело называется «Отсебятина», выходит в электронном виде, в виде блога. БТР давно уже прозвали театральной биржей России. На фестиваль съезжаются так называемые купцы, режиссеры и художественные руководители театров страны. Присматривают кадры для своих трупп. Решится действительно такая вот практическая судьба тех или иных ребят, во всяком случае, на несколько лет. Программа открыл выпускной курс знаменитого ГИТИСа. Будущие актеры сыграли Чехова. Именно на таком материале можно шлифовать диапазон нюансов и психологических реакций. Как говорится, спокойно пить чай, пока рушатся человеческие судьбы. Этот спектакль можно по праву назвать студенческим. И режиссер, и сценограф еще не покинули университетские стены. Особое внимание в этой работе уделено решению художника. Черный кабинет и большой стеклянный куб. Философия Чехова интерпретирована молодыми умами. Недоношенные дети вот в этом пластиковом аквариуме, до которых даже дотронуться нельзя, как тепличный цветок, в общем. Давай будем пить наливку. Мы твою тоску разгоним. Давай сядем у тебя в кабинете, в темноте. Старт будущему театральной России 2015 дан. География участников в этом году более чем обширна. От Москвы до Владивостока, и впервые на фестиваль приехали студенты из Симферополя. Впереди не только спектакли, но и лекции, мастер-классы и занятия с ведущими театральными педагогами страны.